Добрый день, дамы и господа, гости фестиваля, уважаемые судьи. Меня зовут Артём, и сегодня я покажу вам свою новую программу. Она придумана вчера, придумана специально под моего гостя. Познакомимся немного с гостем. Это папа Миша. И как любой Миша, он любит мед. Поэтому сегодня моя программа будет связана с этим прекрасным продуктом. Миша, он не просто любит мед, он еще и пасечник. И сегодня все декорации представлены именно с его пасеки. То есть он лежит на этом сене, как у себя на постельке, как и каждый день. Папа Миша у нас не просто гость, он спасает людей, потому что работает в скорой помощи водителем. И как любой водитель, имеет какие-то профессиональные, скажем так, заболевания, в частности, заболевания суставов. В последнее время он жаловался, что из-за плохой погоды, из-за постоянной работы у него побаливают колени, побаливают локти, голеностоп. И сегодня я с этим отдельно проработаю, как часть прогрева ног. Но проработаю не просто веничками, а венички у меня разные, венички у меня вкусные. Но еще и буду использовать медовое снадобье на основе меда, кедрового масла и живицы. Также дополнительно я проработаю суставы при помощи премов иглотерапии маленькими сосновыми веточками. В качестве основных веников у меня будут использоваться дубовые легкие веники, березовые веники. Укрывать голову гостя я буду вениками из разнотравья. 9 трав, это королевский веник, вам всем знакомый. Парить буду на среднем пару, то есть ему не нужно сильный пар, жар. Чтобы выполнить свою основную задачу, работу с суставами, я для начала разгоню жидкости в организме, то есть усилю кровоток при помощи ударных техник и лимфоток при помощи лимфопротирок. И далее, опять же повторюсь, основное свое время я буду уделять работе с суставами. Благодарю за внимание. Сейчас что-то.
Mm-hmm.
команды хорошо Thank you.
Время выступления участника закончено. Сегодня он как будто у себя в гостях. Благодарю за внимание.